подчиняясь Божьему нас по своему усмотрению, как сосуды свои, Боже. Мы просим Тебя, Господь, используй нас так, как Ты это знаешь и видишь, Господь. Потому что только у Тебя есть, как сказал когда-то Петр, получив вот откровение, глаголы вечной жизни, Господь, куда же мы пойдем? Куда мы от лица Твоего денемся, Господь? Используй нас, Господь, потому что только Ты сможешь управиться с нами лучше, чем даже мы сами, Господь. Руководи нами и направляй нас. Боже, пусть это не будут какие-то великие какие-то там слова, просто произнесенные в воздух. Нет, Господь. Мы просим Тебя, Иисус. Мы просим Тебя и возвышаем свои голоса. Давайте вместе скажем еще. Используй меня, Бог, я без Твой. Используй меня, Бог, я без Твой. Используй меня, Бог.